Новый многофункциональный центр открылся в поселке Мурино, совсем рядом со станцией метро Девяткино. 30 мая состоялось торжественное открытие центра. На нем присутствовали представители правительства Ленинградской области и администрации Всеволожского района. Для почетных гостей провели экскурсию по новому центру и рассказали о том, что в Муринском многофункциональном центре граждане смогут получить 150 видов услуг. Здесь открыто 11 окон приема и выдачи документов и организована электронная очередь. Время ожидания посетителей в электронной очереди многофункциональных центров не более 15 минут. Для нас основным критерием качества услуг – это мнение граждан о том, как работает любое подразделение нашего ГБУ и каждый его сотрудник. И, естественно, любое нарекание гражданина и неудовлетворенность – это является предметом достаточно пристального разбора и серьезных выводов по сотрудникам, и примеров тому немало. Значит, мы это будем продолжать. Я хочу заверить, что ни одно обращение граждан не проходит мимо, и повышаем как доступность вот этих услуг, расширяя, как Дмитрий Анатольевич сказал, возможность граждан прийти и обратиться за услугами, так и повышаем квалификацию наших сотрудников. Многофункциональный центр в Мурино стал четвертым по счету во Всеволожском районе. До конца года планируется открыть еще одно отделение в деревне Кудрово. Местоположение выбирается первое – доступность для населения. Здесь, по-моему, с точки зрения доступности все логично. Автовокзал, метро, железнодорожная станция и востребованность населения. Но те жилмассивы, которые расположены поблизости, и именно то, что это достаточно тут недавно все построено, относительно недавно, да, проживают молодые люди, которые точно, которым необходимо обеспечить доступность государственных муниципальных услуг. В Ленинградской области уже открыт 31 многофункциональный центр. Они есть в каждом районе. Кроме того, 230 удаленных рабочих мест обслуживают людей в поселениях. Как правило, они расположены в зданиях библиотек и администраций. Мы сейчас уже не за количеством гонимся, да, вы знаете, что действительно во всех районах области, во всех крупных развивающихся населенных пунктах открыты отделения многофункционального центра. Этот год для нас – это год борьбы за качество. Первое, чем мы занялись, это унификация перечня государственных и муниципальных услуг, которые оказываются в отделениях многофункционального центра. Спрос на услуги многофункциональных центров стабильно растет. Только за 4 месяца 2016 года за предоставлением услуг жители области обратились более 120 тысяч раз. Видел, как уже утром, буквально в 10 утра, там очередь на входе, очередь за талончиками, то есть все достаточно быстро работает, там куда меньше 15 минут среднее время ожидания в очередь, но все равно гигантский наплыв людей. И, конечно же, мы понимаем, что вроде бы один Всеволожский район, но ездить во Всеволожск любому гражданину, которому надо решить элементарные вопросы в Мурино, ну, элементарно неудобно. Поэтому мы приближаем свои отделения к тем точкам, в которых есть реальный спрос.